На дне Атлантического океана найдена большая гранитная плита. По мнению обнаруживших ее японских исследователей, она может быть частью континента, который когда-то существовал возле побережья Бразилии и который называют Атлантидой. Команда под руководством Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр обнаружила каменный выступ размером 10 на 10 метров на глубине около километра. Открытие было сделано при помощи батискафа в 1200 километрах от Рио-де-Жанейро. Обычно гранит находят на суше. Исследователи полагают, что высокое его содержание на дне океана показывает, что когда-то в очень далеком прошлом эта территория была сушей, а впоследствии опустилась под воду. Возле гранитной плиты также был найден большой объем кварцевого песка, который также образует только на суше. Команда пока не взяла никаких проб для проведения анализов. По словам ученых, дальнейшие исследования будут проводить их бразильские коллеги. На данный момент японское агентство исследует самые глубокие части Мирового океана с целью обнаружения новых неизведанных форм жизни. Впервые легенды об Атлантиде упоминаются у Платона. Он, ссылаясь на некие предания, называет время и место затопления континента приблизительно в 9500 году до нашей эры в Атлантическом океане. Как считается, затопление произошло очень быстро в результате землетрясения или потопа. Впрочем, не все эту теорию поддерживают. Некоторые ученые полагают, что Атлантида могла существовать и в других океанах, а другие вообще считают историю о континенте выдумкой. Теперь же дело за бразильскими учеными. Они должны подтвердить или опровергнуть древнюю легенду.